Если бы вы знали, куда мы сейчас опять едем, это очень смешно. Пойдем сначала без вещей. В общем, рассказываю. По-моему, про ретроградный Меркурий я уже 20 раз упоминала, но это очень забавно, что вот родители приехали как раз именно в то время, когда вся вот эта ретроградность происходит, а это же связано там с переездами, документами, поездками, путешествиями и жильем и так далее. Вот. И в итоге за то время, пока они здесь, это уже 4-й апартамент, который мы им арендуем. Потому что мы каждый раз планировали ехать в Батуми, в итоге поездку мы как-то переносили, саму квартиру продлить нельзя, и поэтому приходилось каждый раз искать что-то новое. В общем, скоро мы будем экспертами в экстрапереездах. Поэтому я здесь, не покажу вам быстренько. Вообще, да, тоже очень симпатичная, и, кстати, забавно, что здесь... Мы просто хотели уже найти какую-то квартиру по рекомендациям, чтобы она наверняка там устраивала, и в ней не было никаких подводных камней. Вот поэтому в этой квартире где-то полгода назад еще останавливались родители Давида. Мы знали, что здесь все будет отлично, и, в общем, сейчас я покажу. В общем, вот такая вот квартирка, я всегда это называю входной группой. В ходе такая ванная, кстати, тоже симпатичная. Сейчас тут как-нибудь... Я забыла, есть же камера 05. Вот такая вот комната ванная. В общем, все очень такое симпатичное. Здравствуйте. Проходим дальше. Здесь спальня. Тоже уютно, просто темные тона. Из-за этого всегда получается очень такое privacy. Плюс тут есть выход сразу на балкон. Удобно, когда есть место, где можно, не знаю, там накраситься, намазаться кремами, и все хорошо видно. Шкаф тоже большой, симпатичный. Освещение тоже прикроватное. Телевизора тут нет, и хорошо. Еще, кстати, прикол, но здесь есть вот такая вот комната. В общем, это мини-спальня, но вообще мне она даже, мне кажется, больше нравится, просто потому что она гораздо уютнее, то есть здесь максимально темно. Я вообще люблю, когда спальня маленькая. В общем, вот такая тут комнатка и кухня. Кухня, дефис, гостиная. Служебный роман. Вот такая кухня, но небольшая, но при этом тоже очень уютная, есть все, что нужно. Очень удобно. И что самое прикольное в этой квартире, это то, что здесь широкий, большой балкон. И тут даже вот можно посидеть, отдохнуть. Тут тоже классный вид. Я не знаю, это, по-моему, все еще Вайки считается. Вот там вот вроде Субуртала. Ну, в общем, по-моему, это район Вайки. Я как-то снимала влог из этого парка. Снова из плюсов. Здесь очень тихо, хорошо пахнет, повсюду зелень. И вот повторюсь, там есть еще при этом классный парк. Мне кажется, для владельцев собак это очень удобно вышло. Вот у тебя сразу есть место, где можно классно погулять с собакой. И на балконе есть еще вот такой вот шкаф. Вы никогда не подумаете, что там. Но здесь... Дополнительная кухня. Интересное решение. Вообще классно так вышел, приготовил. В квартире потом ничем не пахнет. В общем, вот такая вот квартирка. Очень она уютная. И дом тоже новый, что всегда является плюсом. И, кстати, сейчас. Мне еще нравится то, что тут вместо такого заборчика стекло просто. Это гораздо удобнее, не портит вид, и тоже можно животное выпускать, не переживать. У нас просто очень широкие расстояния между перегородками, и поэтому я нашу собаку на балкон не выпускаю. Здесь ей бы было вообще прекрасно. И еще, когда мы только переехали в Тбилиси, мы сначала жили вот в этом доме. Там тоже классный вид. Ой, в общем, мне кажется, скоро надо открывать просто новый YouTube-канал и назвать его «По домам».
Я нашла еще один плюс. Здесь очень хорошее освещение в ванной. Это всегда очень важно. Просто в квартире ужасное освещение. Всего два зеркала. Одно находится при входе, где полный мрак. И второе зеркало в ванной, где синяя стена. Она мне очень нравится визуально, но для жизни это супер неудобно, потому что она как бы дает такой красивый зеленый оттенок лицу. Бледненький, хороший. Ну и ничего не видно особо. А здесь вот 1000 лампочек. Прям красота. Мы вот едем в тире пострелять. На стрельбище. Как думаешь, у меня хорошо получится? Надеюсь. Там будет базука, а там есть снайперская винтовка, реально. Надеюсь, ты меня не застрелишь. Всем привет, это внезапное включение, просто хотела сказать. В общем, это для собачников сейчас. В общем, я нашла доставку Грандорф, это был любимый корм нашей собаки, но в Грузии он не продается. В итоге я нашла доставку, это какие-то русские ребята, которые, видимо, как раз из России привозят эти корма. Там просто довольно долго ждать, 7-14 рабочих дней, но мы дождались, сразу много заказали. И это так мило, потому что в подарок дали игрушку. Собаке нравится. Так. Игрушка. Нельзя, да, ее трогать. Нельзя, да, не трогаю, не трогаю. Хищница. Ты хищница. Да. И вот наши пакеты. Я решила сразу заказать 6 килограмм. Она маленькая, поэтому, надеюсь, хватит надолго. Кстати, это единственный корм, за которым она бежит, делает вот такие круги постоянно, очень радостная. Уже поднимала тему питания собачьего. И, в общем, решила сейчас заказать ей корм, который она наверняка любит. Если она уже от него будет отказываться, то, наверное, переведу ее на натуралку. Купила уже курс, там, где как раз прописано, как переводить, какие продукты можно давать, какие нельзя, и, в общем, все в этом духе. В общем, мы теперь как хомяки просто со стратегическими запасами. Ой, это удобно, конечно. Пригласили на день рождения, соответственно, я уже помылась, намазалась и сейчас хотела краситься, прям так слегка. Взяла все самое необходимое, это карандаш для бровей, мой любимый огрызок, румяна, даже не помню, когда я ими последний раз пользовалась. Мой любимый тоже карандаш теперь для карандаш для губ, тоже вот он мне очень нравится, я о нем уже рассказывала в прошлых видео, от MAC, называется Stone, пользуюсь им каждый день практически, правда, очень-очень нравится этот цвет. Консилер, и чтобы выглядеть совсем празднично, это накручивалка, как называется, завивка для ресниц.
что-то я как-то устала за последнюю неделю, было очень много разных событий. Ну и из последнего, это я что-то не успела рассказать, мы ходили в тир, не знаю, это можно тиром тоже назвать. В общем, там даже, видимо, было не пневматическое, а огнестрельное оружие. Я стреляла вообще, можно сказать, первый раз. Наверное, мне было лет 5, и тогда еще существовал старый парк Горького, в котором был парк аттракционов, и я помню, что вот как раз там я стреляла. И, кстати, очень хорошо попадала, несмотря на то, что я была маленькая. И вот сейчас мы тоже ходили, и оказалось, что я очень даже хорошо стреляю. Я была удивлена, и мы очень смеялись с папой, когда ему показывала, насколько я оказалась меткой. Он сказал, это все йога. Я такая, ага, наверное, именно она. В общем, я уже опаздываю немножко, поэтому сейчас, наверное, заиграет какая-нибудь музыка, а я очень быстро накрашусь. Финальный макияж готов. Как вам? Правда, мне очень нравится эта завивка для ресниц. И мне такой эффект даже нравится больше, чем когда я крашу ресницы. Ну, то есть все зависит от туши. Если тушь хорошая, она мне, конечно, будет нравиться больше. Но всегда, когда ресницы натуральные, просто здорово, что они более густые к началу роста и такие как бы естественные, пушистые на концах. И поэтому мне так больше нравится. Все удобно, чтобы быстро умываться. Сейчас сделаю укладку. Я уже намазала волосы маслом на концах. Побрызгаю морской солью от Дайвина, чтобы они были объемные, объемные у корней. И я уже, кстати, одета даже. Мой любимый просто всегда аутфит. То есть я вся в спортивной одежде. Такой топ, лосины. И я просто надену сверху пальто, такой плащ тонкий, черный, и белые кроссовки. Мне кажется, что это будет выглядеть довольно стильно, но удобно и вообще отлично.
общем, примерно такой у нас получился финальный образ. На самом деле мне очень нравится, потому что это и спортивно, и при этом, можно сказать, нарядно. И самое главное, это очень удобно. Вот это потрясающе. Я только сейчас обратила внимание, что у меня почти всегда на фоне армейская шапка. Вы не поверите, но мы в Армении. И мы решение приняли за один. Ой. Мы, можно сказать, с корабля на бал. Выехали из Тбилиси, успели поесть, по дороге приехали посмотреть на Арарат. Нам просто ребята сказали, знакомые, что тут есть смотровая площадка, и мы тут остановились. Очень красиво. Ну как? Это что, Уля? Полтора года вот не виделись. Здравствуй, Ереван. Ты репетировала танец, я надеюсь? Потом дочь твою буду снимать. Я наклею. В общем, мы сегодня уже уезжаем из Еревана, и мы приехали сейчас в бич-клаб какой-то. Выглядит очень колоритно. Всем привет! Мы уже вернулись, как вы заметили, из Еревана. Ой, если честно, просто вот первые два дня я убиралась и отсыпалась, потому что поездка была хоть и очень короткая, но очень насыщенная и очень мало спала. Но в первую очередь я хотела рассказать. Просто я только что зашла на сайт Органики, мой любимый магазин в Тбилиси, и я там нашла, появился у них новый товар, это моринга. Если бы вы видели, насколько я была в этот момент счастлива. Не знаю почему, но морингу действительно как будто сложно найти, невозможно забыть. Если вкратце, то это прям невероятный суперфуд. Лучше вставлю вставку, сколько здесь находится различных минералов, антиоксидантов, витаминов, там белка, железа в 100 раз больше, чем во всех остальных фруктах, овощах, орехах и так далее. И, в общем, конечно же, я сразу заказала.
буду пить и радоваться жизни. А теперь насчет самой Армении. В общем, это была супер спонтанная поездка, как и, в принципе, все путешествия, которые осуществляются с моим мужем. Мы обычно решаем, наверное, максимум за неделю, покупаем билеты и едем. В общем, у нас в Ереване живет много друзей. Поэтому мы дружно собрались с другом мужа, он тоже живет с нами в одном доме. Мы сели в машину и поехали в Армению. Ехать туда вообще пишет навигатор из Тбилиси 5 часов, но мы выехали в 9 утра, приехали туда, приехали в 6 часов вечера. Дело мы постоянно останавливались, плюс мы проходили таможню и все в этом духе. Но это было очень долго. У меня там не удалось ничего нормально поснимать. Я думаю, вы тоже это понимаете, когда ты едешь куда-то на полтора дня снимать, гулять, общаться, смотреть на город, это довольно сложно. Может быть, если я смогу вести свой блог еще пару лет, то для меня это будет расплюнуть, но пока я не научилась такой многозадачности. Просто поделюсь с вами своими впечатлениями. Мы жили на центральной улице, там, где очень много разных кафешек, там очень красиво, поэтому наше впечатление о городе строилось, исходя из как раз-таки вот этого района, но там, правда, было очень красиво, нам очень понравилось. Когда выезжаешь, там уже город, конечно, меняется немного, но у нас была такая программа, что мы скорее хотели встретить наших старых друзей, поболтать с ними, погулять и прекрасно провести время. Но зато мы успели посмотреть на Сиван, это вот огромное озеро, очень, правда, красивое, но там было невероятно холодно, дул ветер, но все равно главное, что там очень красиво. Там, понятное дело, посмотрели на сам город, ездили еще этот бич-клаб какой-то, ну там, правда, кстати, нам очень понравилось, классный диджей играет. Понятное дело, еще, конечно же, мы посмотрели на Арарат, мы тоже были под впечатлением. Нам поездка очень понравилась, еще были очень удивлены, что в Ереване гораздо дешевле, чем в Тбилиси, что там все разговаривают на русском языке, а в Тбилиси, когда ты приходишь в кафе-ресторан, то это будет 100% английский язык. И, допустим, если там блюдо стоит какое-то 10 лари, здесь оно будет стоить 30 лари. Вот примерно как-то так. Не хочу соврать, но мы вот считали, и получилось примерно как-то вот так. Вот почему я, в принципе, после этой поездки такая уставшая. Это потому, что мы ложились спать там в 3. Последний раз мы легли спать в 5 утра. Я уже, на самом деле, не знаю, как я вообще существовала. Мне было очень плохо, потому что все равно я рано встаю. Я вам рассказывала, что я не могу вставать поздно. И то есть, если я даже лягу спать там в 5 утра, все равно я проснусь, ну, вот максимум в 8. И плюс дорога, и, в общем, из-за всего этого было мне тяжело. И еще, когда мы уже уезжали, я сняла обзор наших апартаментов, в которых мы жили. Сначала долго думали, может быть, поехать в отель. В итоге мы нашли классную квартиру через Airbnb. Жили мы там тоже с нашим другом, поэтому, сами понимаете, с двумя мужчинами там очень сложно было поддерживать порядок, поэтому я уже на выезде так сняла ее, вставлю как раз, скорее всего, уже вставка идет с тем, как наши апартаменты выглядели, но здорово, что они были такие просторные, современные, при этом в самом центре города, но во дворе, и там было тихо, но при этом ты вот вышел из подъезда, и у тебя сразу прекрасная центральная улица, где можно позавтракать, пообедать, поужинать, сходить в магазин, купить воды и все в этом духе. Поэтому жильем мы остались очень довольны, и все-таки, наверное, почитаю, сколько раз я говорила про ретроградный Меркурий. В общем, когда планета ретроградная, это там один момент, но при этом планета, когда заканчивает ретроградность, она становится статичной. Каждая планета статичная тоже какое-то количество времени. И мы как раз должны были ехать обратно на статичный Меркурий. Я, ну, не придавала этому значения, подумала, ну, будет как будет, мы же поехали, значит, так нужно было. Это было смешно, что как раз когда мы возвращались уже обратно в Тбилиси, сначала была Сначала была такая устрашающая погода, раскаты молний. Это, кстати, очень красиво выглядело в горах, все так резко освещается. Потом там пошел какой-то невероятный ливень, ничего не было видно, уже темно.
И потом мы подъехали к границе с, понятное дело, армянской стороны. И как это работает? Когда вы подъезжаете к компании, водитель остается в машине и проходит паспортный контроль, а все остальные пассажиры выходят из машины и должны пройти там в отдельную такую пристройку и пройти там паспортный контроль. Я прохожу, потом идет мой муж, я рассказываю, что он израильтянин, поэтому... Что-то вот, ну, мы стоим, смотрим друг на друга, его все держит. И в итоге, спустя время, его просто отводят в комнату. В общем, чтобы вы понимали, придержали его там час, мы вообще не поняли, что происходит. В итоге оказалось то, что пограничникам показалось, что паспорт моего мужа, он... не настоящий, что он его где-то сделал сам. Давид рассказывал, что в какой-то момент этих пограничников было 10, они все по очереди брали паспорт, крутили его, вертели, пытались там что-то выяснить. Потом нам пришла светлая мысль в голову, потому что наш друг, он тоже израильтянин, просто проходил по русскому паспорту. Дарюсь пришла в голову идея, это предложить им посмотреть на паспорт нашего друга. В общем, мы отдали его паспорт тоже, они его покрутили, повертели и в итоге отпустили. Но то, что мы потратили час на вот такую историю, это было интересно. Это была отсылка к статичному Меркурию. Вернулись домой мы там в час ночи, я снова рано встала, и, в общем, поэтому эти два дня я восстанавливалась, чувствую себя прекрасно, позанималась спортом, потянулась, сделала МФР-тренировку, раскатала все тело после машины. И мне вообще прекрасно. Не знаю, кстати, какой будет уже по продолжительности этот влог. Наверное, самый длинный, который у меня был. Думаю, на этом видео мы будем заканчивать. Еще раз покажу Марингу. Может быть, она, кстати, продается на Озоне. Но этому бренду я доверяю, мне очень нравится. Кто захочет поэкспериментировать, я обожаю этот суперфуд. Спасибо вам огромное за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.